Директор Дедушка Мороз. Как ты себя в этом году? Правил много нарушено? Ни одного. Слушай, у нас для вас тогда подарок есть. Для тех, кто хорошо себя привел и согласно правилам дорожного движения. Поддержите, это вам подарок от школьников. Добрый Дедушка Мороз сегодня не выписывает штрафы, а наоборот одаривает тех водителей, которые правил дорожного движения не нарушали. Им и их пассажирам, даже самым юным, вручают открытки от школьников, а также световозвращающие элементы. Конечно же, на самом деле никакой специальной выборки нет. Подарки дарят всем водителям и напоминают о соблюдении основных правил. Все-таки сегодня Дед Мороз еще и инспектор. Главные герои новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка помогают полицейским напомнить водителям о мерах безопасности при управлении транспортным средством. Особое внимание уделяется напоминанию правил дорожного движения, связано с исключением случаев употребления спиртных напитков в длительные новогодние выходные. Также скоростного режима, дистанции, бокового интервала. Акция «Полицейский Дед Мороз» уже стала доброй традицией у сотрудников. И водителям настроение поднять, и о важных правилах напомнить. В ближайшие 10 дней у сотрудников ГИБДД надзор за участниками дорожного движения будет повышен. Хотя все же соблюдать ПДД необходимо не только в дни надзора со стороны госавтоинспекции. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».